выборы. Короче, мы на Арбате. Влада сегодня проводит свой пикет. И мы... Я пришел осветить. У нас у народа украли выборы. Здесь люди собираются. Уян, Казахстан. Ты фотоешь? Скидывай. Сейчас. Ну, тут люди собираются... Но я не знаю. Ты пришел акиматовски? Вы можете сказать? У нас украли эти выборы. Если вам не все равно на страну, обратите внимание на то, что у нас украли выборы. Мы должны бороться. Представьте, я вас не обижаю. По обвинению полностью по 667 будем привлекать, что он Влада? Да. Ну, менты тут забирают, короче, их. Да. Маш, вещи. Секунду, мне дадут вещи, я пойду. Я не отказываюсь проходить. Сейчас пусть вещи передадут. То, что мне понадобится сегодня. Для времяпровождения. А где ваши вещи? Бля, тут дохуя ментов. Все, вещи возьми. Проверь. А куда везете? Куда везете? Алмалинский. Алмалинский. Ну все тогда. На патруль машину. Вы можете объяснить, чем происходит? Да. Почему меня задерживают? Адвокат есть, по-моему. Ну, вот сейчас забирают, вот люди идут за нами. Арка чыкпет. Кім отырады? Екеуің екі жағын отыр, әрде фото. Сен ар жақтан отыр, көтер. Подыңыз қой, сен. Екеуің. Сирин, подыңыз қой. Сказали, что забирают в Алмалинске УП. Я не знаю. Все. Бля, пиздец. Короче, мы сейчас поедем в Алмалинский УП. Если что, приходите туда поддержать. Собираемся там.